для демонстрации хорошо известного явления отталкивания одноименных зарядов и притяжения разноименных используется электрофорная машина, способная сообщить достаточно большие разноименные электрические заряды двум металлическим телам, подсоединенным к ее выводам. Если небольшое легкое тело привести в соприкосновение с одним из заряженных электродов, то оно возьмет на себя часть заряда этого электрода и начнет от него отталкиваться. По мере удаления тела от электрода, электрическая сила убывает, и все большее значение приобретает сила тяжести. В результате тело, в конце концов, падает на Землю под действием гравитационных сил. Однако, при определенной конфигурации эксперимента силе тяжести можно помешать. Другой электрод электрофорной машины имеет противоположный заряд и начинает притягивать ватку, используя электростатические взаимодействия, которые, как известно, могут существенно превосходить по своей силе гравитационные. В результате легкая ватка подлетает к противоположно заряженному электроду, отдает ему свой избыточный заряд и приобретает новый заряд, заставляющий ее оттолкнуться от этого электрода. Эффект кулоновского отталкивания одноименных зарядов и притяжения разноименных заставляет ватку совершать периодические прыжки между разноименно заряженными электродами электрофорной машины. Естественно, что реализация демонстрируемого эксперимента требует достаточно тщательного выбора его геометрии. В заключении полезно познакомиться с аналогичным экспериментом по притяжению ватки эбонитовой палочкой. В отличие от случая с электрофорной машиной, соприкосновение тел не приводит к последующему их взаимному отталкиванию. Попытайтесь самостоятельно найти ответ на вопрос, почему поведение ватки в двух демонстрируемых сходных экспериментах оказывается полностью противоположным.